Короче говоря, я был выходной, как царь Попыт Горы залипал в ТикТоке. Но в нашей бородатой семейке не всегда все идеально. Мама опять возмущена тем, что я 24 часа в сутки сижу в своем мобильном телефоне и играю в свои тупые мобильные игры. Мама так сильно кудахтала, я подумал, что сейчас стопудняк оглохну. Оу, есть идея, у меня же есть мой волшебный айфончик. И я могу сделать вот так. Ну вот, так же намного лучше. Теперь я точно смогу выслушать все мамины претензии и угрозы в мой адрес. Эх, спасибо тебе, мой волшебный айфончик. А Болтус, мой пухлобородатенький, давай просыпайся, 8 утра уже на будильничке. Тебе на твою летнюю подработку в Макдональдс пора. В рот мне ноги, ну зачем я Эльприма в Бравл Старс до 3 ночи прокачивал? Спать хочу. Ой, что-то я попутала. 5 утра всего. Сыночка, извини, поспи еще. Блин, я что, старею? Телефончик, люблю тебя, зачет. Попытик, один попытик грустно. Много попытиков, весело. Деловой попытик на ковре из деловых попытиков. Тусовочный попытермен. Нежные попытики единорожки. Опасный парень попытоед. Попытики. Может, хрясь арбузика? Конечно, давай арбузика. Понравилось, поставь лайк и подпишись. Короче говоря, это был чудеснейший день, ведь я играл с любимым попытиком и наконец-то наслаждался плодово-ягодным мороженым. Вдруг на кухню зашел батя, как всегда жуя козюли. Там-там-там-там. Сыночка, спорим, я смогу твое мороженое съесть за 1 секунду. За секунду? Спорим, на! Начинай считать. Шпунь. 1, 2, 3. Ну шо, сколько там? 384, ты проиграл. Ага, проиграл, а мороженое было вкусное. Походу это я проиграл в споре. Короче говоря, это был обычный день, я придумал одну классную штуку и решил поделиться со своими друзьями. А давайте я вам буду давать классные прозвища. Маришка ответила, что это хорошая идея, а Пашка предложил быть первым. Значит, ты будешь Пашка, ты Бурак. Пашке прозвище понравилось. А мне прозвище. Кричала Маринка. А ты будешь алгебра. Чё это я алгебра? Фу. Да потому что я тебя так же не перевариваю. Фу. Понравилось видео, ставь лайк и забывай подписываться на канал. Пока. Что если бы все ругательные слова были словом попыт? Это был обычный день, пока в комнату не ворвалась злая бешеная мама. Какого попыта? Ты этой попыт девочки из соседнего подъезда все ее попыт косички пообрезал. Ты что, совсем попытнулся? Попыт мне в сраку. Мамочка, я больше не буду. Нет, в этот раз не прокатит. Тебе полный попыт. Иди сюда. Ля-ля-ля-ля-ля, иду себе, никого не трогаю. Через попыт. Жанночка, иди сюда. Ты меня звал, лучший водитель маршрутки на свете? Попыт, тебя побери. Сколько я эти овощи должен жрать? Мясо неси мне. Мясо хочу. Иначе я тебя попыт через твой попыт засуну. Хорошо. Я сейчас все приготовлю. Только не ругайся. Давай-давай, кабанчиком. Попыт через попыт. Один попытик. Ну, такое. Второй попытик. Слабовато. 3 попытика. 4 попытика. 5-й попытик чехол для мобильного телефона. 6-й попыт единорожка. 7-й попыт сердечко. Любовь. 144 попытика. Плюс 145-й попытик. Новый попытик йода. Новая партия попытиков завтра у тебя. Шпынь. А сколько у тебя попытиков? Напиши об этом в комментариях. И не забудь подписаться на наш канал. Пока. Что сделать для того, чтобы злая мама сказала тебе да? Мамочка, мамочка, а можно? Нет, нельзя. Ну ладно, я просто хотел помочь развесить белье. Чё? Мамочка, а можно? Нет, я сказала. Ну как хочешь, я просто хотел помочь посуду помыть и всё. В рот мне ноги. Мамочка, мамочка, а можно? Оу, да, можно, но. А ура, спасибо тебе большое, мамочка, что разрешила приютить дома настоящего бомжа.
Что? Настоящий бомж? Парику обрадую бомжа Василия! Сыночка, бомжу! Понравилось видео? Тогда поставь лайк и напиши в комментариях свой способ, как уговорить маму на все. Короче говоря, вчера мама послала меня в магазинчик, и по дороге я нашел два очень много попытиков. Это был самый счастливый день в моей жизни. Как молодой козленочек, я прыгал и скакал от радости, пока не зазвонил мобильный телефончик. Алло? Это бородатый малыш, который нашел мои попытики? Попытики? Нет, я не находил никакие попытики. Я анонимус, и каждый мой попытик подписанный буквой А. Действительно, каждый попытик был подписан буковкой А. Щет. Если ты не вернешь мои попытики до заката солнца, я приду за тобой. Только попробуй. Мне стало немного страшно и решил спрятаться в самом надежном месте в доме, под кроватью. Хочешь узнать, что было дальше? Ставь лайк и подписывайся на канал. Пока. Это был обычный день. Я ел пиццу и закусывал огурчиком. Вкусняшка. Пока на кухне не ворвалась мама сообщить новость. А ты знаешь, что до конца лета осталось 7 дней? А что? Надеюсь, ты все успел сделать, что ты хотел сделать этим летом. Успел ли я что-то сделать? Да я ни хрена не успел сделать! Умри, мерзкий гоблин! Подчик пухло-бородатый, а ты все уроки, которые тебе на летние каникулы задавали, успел сделать? Нет, пап, ну я успею, еще целое лето впереди. Какое все лето, в рот не ноги, одна неделя осталась, чтобы к 1 сентября все уроки были готовы мне, ясно? Чего? Одна неделя? Я же ни хрена не успею! Понравилось видео? Ставь лайк! Попыт! Симпл Димпл! Как вкусно пообедать в одном из лучших ресторанов на берегу моря. Приезжаете летом в Одессу и идете в ресторан Санторини. Заходите вовнутрь и здороваетесь с дружелюбным персоналом. Здрасте. Потом с умным видом лица тыкайте в меню и спрашиваете, а это вкусно? Если парнишка профессионал своего дела, он вам посоветует нужное блюдо. Несите все. После того, как сделали заказ, просто расслабьтесь и наблюдайте, как работают остальные. Ну, приступим. Вкуснотища! А вот и пришло время рассчитаться. Так, сколько там? 300? Держи. И не забывайте оставлять на чай, если вам понравилось обслуживание и еда. Ах да, и финалочка. Не забудь насладиться самым вкусным видом. Подпишись на канал и поставь лайк. Что такое настоящий отдых в горах, я вам сейчас расскажу. Настоящий отдых в горах – это охота за редкими, дикими животными. Отдых в горах – это собирание белых, вкуснейших грибов, очень вкусных, сладких, диких лесных ягод и, конечно же, ароматных цветочков. А также развлечения с мыльными пузырями, дегустация ароматного травяного горного чая, занюхивание цветочками и, конечно же, созерцание такого великолепного вида. Для меня хороший отдых в горах – это сочетание современных технологий, комфорта и, конечно же, уютной и классной природы. Black House. Спасибо.